Но сбор уже подходит к концу, и к концу начинаются развивающие работы. В принципе, сделали пару неплохих работ, и думаю, еще нас ждет впереди столько же. И подготовка идет все своим чередом, все по плану, и я думаю, то, что пока не было никаких срывов, все живы, здоровы, слава богу. Идем в нужном русле, и подготовка мне нравится. Думаю, все будет хорошо. Нет, коллектив у нас очень дружный, ребята все хорошие. Мы все уже, в принципе, привыкли друг к другу, бегаем уже много лет вместе. В принципе, очень такая приятная и хорошая атмосфера в команде всегда, каждый день.